Вы можете снять любую квартиру, а захочете, я все равно и заплачу на новом плане. Может быть, даже там настроение будет плохое. Вы можете предлагать и нарисовать что угодно. И увидите, как изменится ситуация, изменится картина. Может быть, даже пойдет дождь. Дождь, он как снег тянется, да? Вот как у нас тянулись эти дни, точно так же он с неба тянется. Поэтому мы нашими расчетами можем коротенькими движениями, можно длинными протянуть, и у реки идет дождь. Может быть, такие подкладки заказывают. Если его делать немножко не вниз, а под углом, ощущение, что будет лезть. Как ты их развесишь? Это можно рисовать, если забыть дерево, если показать, что дом падает в какую-то сторону. Хочется даже спрятаться. Что вы рисуете? Смотрите, ребята, вот облака, а я возьму облаку и нарисую вот такое облако. И уже наше облако не похоже на облако, оно уже превращается в дерево. Очень важно отдельно изобразить тень, тогда она будет как настоящая. Дерево можно сделать и темным, или наоборот светлым. Это как вам захочется. И мы можем спрятать его под этим деревом. Как рисовать, что прошло очень много времени и лето заканчивается? Что мы можем сделать в нашей картине? Скажите, пожалуйста. И как вы думаете, как можно показать, что время прошло? Лето заканчивается. Есть идея? Что можно рисовать? Вот лето, что у нас наступает? Подождите, да. Показываем, что время идет. Было лето, солнце, дождь прошел. Наступает осень. Когда снег идет, он идет вниз. Ребята, посмотрите на экранчик. Он идет просто вниз. А когда листья, они летят в сторону. То есть они всегда называются летом. Поэтому понимаете, как мы можем рисовать летит? Вот они летят. И падают внизу. Много-много. Летели в другую сторону. Очень важно не только нарисовать картину, но и чтобы ваши руки это были следить за движением. То есть ваши руки это как театр. Они показывают, что происходит. Как отличить простые точки от звезд, от снега и от дождя или от листьев? Это ваше движение. Ваше движение будет очень красивое. И отображающее то, что происходит. Наступила осень. Дождик остался, и осень наступила. Это очень свойственно осени. И листья летят, это очень трудно осенью, когда и дождь, и листья. Можно рисовать, что кто-то ждет, по дереву. Посмотрите, как мы можем это сделать. Мы просто рисуем вот такой вот штуку. Сейчас мы будем такой способ, называется «Альцарм». Даже не секрет, можно что-то Давайте придумаем, что он ждет, кого он ждет.
поднимаем нашу руку в сторону. И стороны в сторону, как колокольчик нашей руки. Повышите и наступаем песочек. Наступаем ночь. Сначала небо, а потом немножечко там, где наш берег. Для того, чтобы наш не берег, а наш горизонт и вода была покрыта снегом. Чтобы она все равно чуть-чуть светлее была, чем небо. Небо даже очень темное. Чем выше поднимаете руку, тем ровнее рисовается. Чем ниже, тем четче линии, можно ими рисовать. Чтобы ровно засыпать, нужно поднимать руку наверх. Что будет? Луна, месяц, звезды. Луна? Чтобы нарисовать сразу много звезд, если вы будете только подошел или кисточки, там придется очень много делать движений. У нас с вами сразу несколько кисточек, вот сразу же, причем все разного размера. Все очень просто, можно звезды нарисовать для вас просто. Смотрите. 10, 20, 40. Все, все звезды очень много. Где-то они вместе, где-то с пальчиком в сторону. Где-то звездочек. Мы занимаемся с этой кучкой, как вместе. Где-то они далеко друг от друга большие. Который потом превратится в луну. И тоже покажет, что время прошло. Еще луна месяц. Он рос, становится больше. Делать ей перья, да, где?
еще хочу предложить вам рисовать двумя руками. Двумя руками сложно, но на самом деле изначально это легко, потому что у нас учат рисовать правой рукой, ножки держать правой рукой, и просто она больше развивается. Но вы умели рисовать двумя руками. Посмотрите, вы же не рисуете цели, то, что симметрично рисовать проще двумя руками. Потом меняем пальчики, большими пальчиками. Сначала нижние. Делаем одинаковое движение, тогда будет не так сложно. После этого их закрываем покороче вверх. Искать особенность. Нужно знать, продумать заранее, что вы начинаете рисовать. Как, например, суп или сначала нижние, а потом верхние, потому что песочек он двигается. Где-то его может не быть, а где-то может его скопиться очень много, и тогда будет нарисовать на картину. Вот мы с вами рисовали такую птицу счастья. Может быть, птица, которая может загадать желание, и она разнесет. Наша картина уже изменилась. Можно сделать еще интереснее. Вырезать эту картину во что-то. Например, это будет осенний лист, который видел очень много историй и просто запечатлел на себе, пока летал. Вот такую нашу историю. Можно ее превратить в ангела, можно превратить в новогоднюю бомбу. Чем бы вы хотели закончить нашу историю? Ну, что мы нарисуем с вами? Вырежем ее в листе, как тень, или закончим Новым годом? Девочки могут превратить.
превратиться в нотки, которые вылетают на него. Можно показать, как он летит, да, чтобы у нас летит, а внизу маленькие елочки. Маленькую елочку можно рисовать как пирамиду. Помните, в детстве мы играли в пирамиду большую, насаживали маленькую. И вот точно так же с этой елочкой. Смотрите, сначала длинная пирамидка, может, это, а то меньше, меньше, короче, и вот у нас елочка. Может быть, она и елочка другого способа, перерывной линии. Чуть-чуть пошли, как и все, и они сразу самые настоящие. Может, если хотите узнать своего мелочка, там уже и так далее. А на этом наш мастер-класс закончился небольшой. Сейчас будет выступление делать. А сегодня наш вечер посвящен истории о Новом Годе. Но мы хотели рассказать, откуда все это произошло, почему елку украшают цветом, почему подарки кладут под елку. Все эти истории немножко расскажу. Началась с Рождества. Может, многие знают, почему это, чего, но кто не знает, расскажу. И вот та история, когда у нас была на небе звезда, очень-очень яркая. И на всей планете ее было видно издалека. Она была вот очень яркая. И видели разные люди, и на восторге, волхвы, молодцы, и тут увидели и пошли к этой звезде, к моей дороге, которая нас освещала дождь, чтобы принести подарки. Принесли подарки тому младенцу, который родился. Это был младенец Иисус. И вложили подарки, они вешали их на деревья. Их было очень-очень много, и не хватало даже места. И с тех пор мы этой звездой, которая пришла на небе, чтобы вспомнить об этом празднике, украшаем елку. И украшаем деревья, как вешали подарки, так же мы вешаем украшения на елку. И кладем подарки в елку. А почему елка? Потому что у нас нету пальм. У нас это наше дерево. Где не растут елки, где украшают свои деревья. У нас с вами Новый год. Это пальмы и такие.